Добрый день, агентство ТАСС, Юлия Бубнова. Вы вчера проводили встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана. Подскажите, как она прошла и чего удалось достичь по ее итогам? Спасибо. Прошла конструктивно. Естественно, когда на достаточно горячей фазе находятся отношения, то найти какие-то точки соприкосновения непросто, но тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае, договориться о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий. Первое. Второе, что очень важно, стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев. И третье, тоже существенный важный элемент заключается в том, что мы, не претендуя на какую-то посредническую роль, хотя, откровенно говоря, нас об этом просили, договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей. Я имею в виду, что в Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение. Так что в целом эта встреча была очень полезной.